1200 конкурсантов в 9-м межрегиональном конкурсе «Зауральские узоры» приняли участие хореографические коллективы из муниципальных районов области и регионов Ассоциации «Большой Урал» и «Сибирское соглашение». Этот фестиваль помог многим людям узнать обширную географию нашей страны. Коллективы достаточно серьезные, коллективы хорошие, сильные, большие, яркие. И вот, мне кажется, украшение фестиваля – это вот те люди, которые приехали издалека. Танцуют все по-разному. Организаторы фестиваля участников в творческих порывах не ограничивают. На сцене исполнители народных, классических, эстрадных и многих других танцевальных направлений. Однако кое-что общее у собравшихся все-таки есть. Они мастера своего дела и достойны лучших призов. Сегодня будут выбирать один коллектив, который поедет в ВДЦ «Орленок», а будут выбирать коллективы, которые будут представлять нашу матушку России в Сочи на Олимпиаде. И еще один маленький сюрприз. Арт-директор универсиады, который будет проходить в Казани, тоже не ради так сюда приехал, тоже подсматривает, кто будет танцевать у них на универсиаде. «Зауральские узоры» проводят в регионе с 1994 года. Фестиваль получил высокую зрительскую оценку и поддержку специалистов в области хореографического творчества Урала и Сибири. Трансляция художественных программ конкурса по телевидению формирует эстетический вкус. Сегодня поддержка народного творчества в России – одно из приоритетных направлений в сфере культуры. Самые маленькие участники конкурса – ансамбль танца «Светлячок». Младшие танцовщицы коллектива – 8 лет, остальные чуть старше. Мы потому что такие веселые, бодрые, потому что мы хотим получить первый диплом степени, и чтобы мы прославились на весь мир. У нас самый озорной коллектив, мы, как сказать, самый популярный коллектив в нашем городе. А эти девчонки – звезды Магнитогорска. Воспитанниц хореографической студии «Дети Магнитки» многие участники фестиваля отметили как достойных соперников. Мы приехали, чтобы показать, насколько мы способны проявить себя как бы среди сильнейших коллективов. Мы исправили все свои ошибки на предыдущих концертах. Мы выступили артистично и энергично. В следующий раз девчонки приедут в Курганскую область через 2 года. Курганцы, все танцуем! Юлия Кобылина, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру».